Великое все писала за нас. Повесть, роман и рассказ. Стихи, поэмы, баллады. Для нашего уха услада. Все, что писали те люди, дольше всех нас живо будет. Это искусство мир наполняет и быть великими нас вдохновляет. Чехов писал, что краткость таланта, сестрица родная. Слова те, как злато, но разменной монетой не служат они. Золотым эталоном ты их в сердце храни. Русский язык глубокий и яркий. Многому может весь мир научить. Мы этим гордимся. Приятно, что из дальних стран его едут учить. Туле наш вуз был прославлен любовью к прозе, поэзии, к миру. Никто здесь не будет без Тани, Антабли, Карты и Тусы найдет свою лигу. На всех языках, все народы, все люди великие книги читать снова буду. Ведь искусство язык, он единый для всех. Кто его постигает, пусть не встретит помех.